Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Хочу с вами поделиться рецептом очень вкусного и простого салата из тунца. Для салата нам понадобится зеленый салат, петрушка, зелень мелко шинкуем. Помидоры черри делим на 4 части, огурец мелко режем. Лук режем кольцами, добавляем к салату. Затем выкладываем замороженную кукурузу, также можно использовать кукурузу консервированную. Затем добавляем тунец. Салат поливаем лимонным соком, солим, все перемешиваем. Даем постоять пару минут, выкладываем на блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!